после права ногой заходим назад. Вот так. Сразу берем корпус. А он или сам погрузят, быстро покован, начнется. Стоит на двух ногах, она получается, если так. Да. Будем на колено посадить. Нет, получается. Главное, чтобы эту руку блокировать. Если ее не блокировать, поймать или эту руку можно ногой. Эту руку поймать вот так. Сделал так. Заблокировал руку, это ногой право быстро назад. Вот. Ну это у нее, смотрите, вот это локоть у нее данного тренера. У нее вот это локоть, как у нее контролирует вот. Четко. У нее голова выйти не может, чтобы не вот. Четко. Тоже вот так. Держим. Вот да, у него закрыт, там шевельнуться тяжело. Это рукой. Захват.